Ты решил стать стартапером, это вполне. Я сам был таким же, но быстро понял, чтобы удержаться на этой волне, недостаточно смотреть сериал про пони. Для стартапа главное – свежие идеи. ВКонтакте, Яндекс, проект Армата. То, что никто никогда не делал, ну или делал, но давно когда-то. Ну или недавно, но у тебя другое. Или то же самое, но со своими фишками. Да даже если хуже оригинала. Главное, чтобы вложили баблишко. Когда деньги в кармане и команда собрана, не торопись сразу делать продукт. Все-таки люди вложили деньги, пусть видят все сложно и подождут. Делай упор на Facebook и форумы, чтобы все знали, проект в порядке. Что ты спокойно сидишь в Старбаксе, а не жопой кверху тусишь на грядке. Ты не стартапер, ты говно, и каждый день ты жрешь говно. И твой стартап — это говно, ведь ты не стартапер, ты говно. Ты не стартапер, ты говно, и каждый день ты жрешь говно. И твой стартап — это говно, ведь ты не стартапер, ты говно. Не надо делать сразу все правильно, пусть умный инвестор вносит правки. Ты же все-таки хочешь стать стартапером, а не кассиром на автозаправке. Всем говорили, что скоро на биржу, что не за горами и IPO. Никто это проверять не будет, но могут в тебя вложить еще. Плевать, что твой стартап убогий, такой же полезный, как пердеж в лужу. Главное, что дали баблишко, а тебе написали, и ты всем нужен. И все, ты король, звезда и легенда. Про стартап написали на vc.com. Может, даже тусуешь с Олегом Тиньковым, может, даже на яхте, может, даже вдвоем. И вот стартап уже на вершине, у тебя большой офис и мягкое кресло, и к тебе приходит какой-то нищий, потому что ты сам уже инвестор. Ты не стартапер, ты говно, и каждый день ты жрешь говно, и твой стартап — это говно. Ведь ты не стартапер, ты говно, ты не стартапер, ты говно, и каждый день ты жрешь говно, и твой стартап — это говно. Ведь ты не стартапер, ты говно, ты не стартапер, ты говно, и каждый день ты жрешь говно, и твой стартап — это говно. Ведь ты не стартапер, ты говно, ты не стартапер, ты говно, и каждый день ты жрешь говно, и твой стартап — это говно. Ведь ты не стартапер, ты говно. Со стартаперами накипело, я же, это ужас просто. То есть просто бред, что творится. Говнюки, сопляки, нищие и наглые еще. Этот элемент есть, согласен.